Иди ко мне сюда, я фотку буду делать. Где папа? Я уже взяла деньги. У тебя 2000 только взяла. Фотка, сядь, вон у меня. Папа уже ждет нас в машине. Ну что, она жопа повернулась. Поехали в магазин. Любимый молодец. Да, ты ешь, ты мне мешаешь. Поливает. Сухая, говорит, земля. А я, знаете, что узнала? Что плодовые деревья в засуху, оказывается, поливать нельзя. Они начинают укореняться и начинают искать корнями воду. Да, вниз. Да. А так мы их просто, ну, грубо говоря, портим. Да. Но, может быть, с растениями то же самое? Ну, они в теньке здесь у меня. Там вон мой любимый мох, смотри, как за год вымахал. Слушай, он вообще обалденный. Да ты умница, а я его очень сильно люблю и поливаю. Видишь, он какой большой. Цветет уже. Слушай, нужно его немножечко разрезать вот и вот так разделить. Такая вот фигня. Нет, чуть больше, чуть больше. Ну, так, может. Смотри, какой огромный уже. Да, красавчик. Вот такие дела, ребят. Едем в магазин. Потом Леша приедет, будет машинку нашу мыть. Вот так вот. Ой, откройте маме двери. Сейчас. Я сегодня, смотрите, в какой... салатовой толстовочки. Она, правда, Adidas, а штаны у меня... Да как она даже на сопля называет? Nike. Nike. А, кроссовки Puma. Слушайте, ну я вообще крутая. Чика, еще и в очках. А в очках, потому что не накрашена. Не накрашена? Не накрашена. Да. Ты пристегнулась, крошка Белль? Алиса сегодня ходила на мультик всем классом. Понравилось. В восторге. Сейчас себе покажу. I'm no shy, I'm singing an affection in my baby. Купили резиночки Алисе. Хорошо тянутся. Может, кто-нибудь в кармашек положит? Нет? Тут ходит. Давайте. Спасибо. Ага, спасибо большое. А то ходит косматая. Сегодня сделала ей дракончик. Она взяла его, расплела. Потому что резинку снизу сделала, такую пластиковую пружинку. И она слетела. Вот, ходит теперь. Как баба-ёшка. Редкие кадры. Алиса пробует новое мороженое в форме лимончика. Это пластик? Яблоко. Яблоко. Яблоко на вкус? Не, форма. А вкус? Пломбир. Просто пломбир? Короче, это обманка, да? Не, это просто... А я уже помешала, зай, спасибо. Мне только закрыть нужно. Мама, почему сразу, если форма такая, то значит это обманка? Чтобы и вкус, да, был такой, да. Это как будто обманка. Ну да. Забирай денежки и пойдем. Дурашка. Я такая думаю, собаку придавили или что? А тут просто такая фигня. Пристегиваемся. И что? На Лёшу накинулась маленькая собачонка. Сегодня погода хорошая, но ветрено, да? Да. Выборовичек какого-то там. Всем привет. Я не знаю, кого он тут добавил. Мы приехали в город. Алиса общается с подружкой Софией. Какой-то там Захар Бебрович. Одноклассник. Так, давай, зайка, ключи. Не знаю. Так, зайдем. Дай мне, пожалуйста, то, что нам надо взять. Ветчину. Пакет у тебя. Нет, сзади. Алис, мы сразу заходим. Чего мне за лысина? Пакет, Алис, сзади возьми с собой. Да. Я недовольна. Аккуратненько. Пойду инкогнито. Возьми, возьми. Бабуль.
Дашь бабуле? Так, все, ребятки. Показай. Все, пока-пока. Я ухожу. Пойдем. Что рвешь? Алиса сегодня растрепанная. Мам, можно, пожалуйста, погуляю, умоляюсь? Потому что... Нет, нет, чуть-чуть. Нет, быстро, на выход. Быстро. Никаких площадок. Короче, мы Алиску сегодня с улицы забрали, у нас свет выключили. Она вот в таком виде ушла гулять. Представляете? Сейчас поднимемся. Че, зайка? Да никто на тебя там не смотрит. Ты думаешь, эти камеры работают? Мне кажется, они не работают. Мама, держи руку. Я не могу держать, у меня руки заняты. Я хочу показать. Вот, у меня руки заняты. Вот такие разные жвачки. Набрала жвачек. Продаются с таким вот колечком. Там, там разные. И мне еще кольцо подарила. У тебя два подарила. Ну, то в машине осталось. Ну, мама. Такой скрипучий лифт. Че? Я все подарила его. Папа приедет, и я его заберу. Встань на ту сторону. Чтобы равновесие было. Не шевелимся. А ты что сегодня на улицу в таком виде пошла? Нормально, вид, ты меня сама отпустила. Не, ну я тебя отпустила, я же думала, ты во дворе будешь гулять. А ты, оказывается, вообще пошла в магазин. Нормальный вид. Холодно. 13 градусов, 16, ну на солнышке, ну пусть 20, на солнышке. Но ветер-то сильный, ты посмотри, ты полураздетая. Не, нормально, мне жарко было. Да? Не сказать, что холодно. Не сказать, что жарко. Я даже не накрасилась, ребят, вот губы только успела. И брови немножко. Все, отказываюсь. Со следующей недели отказываюсь от съемки на телефон, буду снимать на камеру. Перестал меня телефон устраивать, да, удобно, но качество съемки вообще, конечно. Алис, тише. Привет вам. Привет. Видишь, костюмчик такой хорошо. Ага. Ой, красивые такие. Айда, да, заходи. Прямо. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Ты... Собрались за две минутки. Ой, хорошо. И я тоже такой костюм ношу. Здрасте, дед Сережа. Здрасте. Привет, любимая. Мы обожаем вокзалы. С дедой, да поздоровайся. Как школу закончила, она ты не сижу. Алёва дома? Дома. Мама, я сейчас уберу. Ну что? Я-то не ору, и главное это. Все, разделились. Привет. Мама заводит блинчики. Ну, когда я консистенцию построю. Это окончательный вариант? Окончательный. Ну да, у меня примерно такая же. Я же блинчики научилась делать. Алеша уже говорит. Я делала заварные и делала простые, просто молоко. А ты с водой делаешь? На ряженке сегодня, на сметане, подставленным маслом, сахаром, бальзамом. А я делала на молоке и делала молоко с горячей водой. Вот Лёше понравилось молоко с горячей водой, говорит, прям вообще. Привезли маме ветчину и конину, кусочек. Ач-ач-ач-ач-ач-ач. Долго ли? Умеючи-то. Че тут учиться-то? Не научили, Юля, нечего делать. Че учиться-то? Вся жизнь впереди. Учится потихоньку и делает. Че, не к маме же бегает. Завтракать, обедать и ужинать. Все сама. Всё. Я Алису ничему учить не буду. А че ее учить-то? Они сейчас вон все полуфабрикаты. Захочет сама, пусть научится. Так, добавляем. Это что такое у тебя? Масло? А я думала, дыни кусочек. Дынину. Да. Охота дыньки, да? Ага, уже охота. Что это у тебя за серьги такие красивые? Это с бриллианты. Давай покажу бриллианты. Да, Якутия, ты забыла? Боже мой, Якутия. Вот эти хорошие, кстати. Угу. Они тяжеленькие. Да,
Да, Лёва, да. Придется тебе канал твой закрыть, все удалить. Лёва, Давай продавай скорее. Кстати, да, можно каналы продать. Давайте, только я не знаю кому. Мы здесь сделаем массаж. Кому и по какой цене. Но цена должна от 1,5 миллиона и выше быть, я думаю. О-о-о. Я полагаю. Как готовый бизнес? Ну, я полагаю, так. Давайте. Покупаете себе канал за 1,5 миллиона, я сразу стартап запускаю свой проект. Что происходит в этом доме? Выключи камеру, да? Выключила. Мне вообще эта тема не интересна. И что, вы ее вот так вот на улицу опускали? Она вот так дуркует. Мама, она сама так вышла в такой одежде. И вот так дуркует? Не-не-не, она себя хорошо на улице ведет. Да? Да, она только с близкими себя так ведет. Уйди со своими волосами с кошачьими, отойди. In real life ставит. Типа отдельно. В настоящей жизни? Да. И ты запускаешь просто трансляцию, делаешь внизу ссылку. Ребят, да, мама мне налила кофе с молочком, сметанка, блинчики. Общение. Алиса говорит, научи маму делать такие же блинчики, а мама свой секрет держит в тайне. Говорит, нет, мы девочки, будем по-разному. Какой секрет? Я каждый раз пеку их по-разному, потому что есть в холодильнике. Сегодня было полбанки ряженки, полбанки сметаны, и топленое масло, сахар, все завела, и вот напекла. Они сегодня хрустящие. Прям а яйца? А яйца? Мама, а ты на глаз? Теги. На глаз. Теги. Женщина, беседа, ролевые игры, Россия. Мам, ну как ты такие теги могла выставить вообще? Ролевые игры, женщина, Россия, беседа. А это чтобы при публику привлечь. Ну, какую, да? Любовь. Только любовь. Какую? Любовь. Давай, убирай. А что, какое название? Смотрите, я вас сейчас выберу колечко. Смотрите. Императрица Ютуба вернулась. Я вообще-то кушать хочу. Колечко. Вот. Одну, вторую, три. Приехали гости. Внучка, сын, дочь. Напекла блинов. Хотите рецепт блинчиков, скажу? Нет. Рецепт блинчиков. Блинчики, смотрите, какие классные. Как каша. Смотрите, как каша в столовке. Как каша. Так. Ребят, мама хвалится новым постельным так, бельем. Так, вот это постельная одеялами. Любовь Лукьяна мне увезем, потому что все равно посылки будем отправлять. Я еще и соберу. Слушай, красивая, это что за ткань? Вот, полутораспалка, это перкаль. Перкаль? Да. Я такой не видела там набор, что-то либо просмотрела. А она потом стираешь, и он становится мягкий, да, рыбкий, да, красивый. Вот подожди, это... а как называется, у тебя не сохранилось, да? Ну, перкаль, просто выбирай перкаль. Рисунок. И на молнии. Не да, помню, вот что-то. Мне понравился, что просто бомбический. Но этот я тебе не дам, конечно. Я тебе последний раз очень хороший комплект подарила. Угу. Этот я себе оставлю. Красиво, да. Просто бомба. Вот это вот простынь. Угу. Вот. А это пододеяльник двусторонний. Видишь, какой? Да, современненький такой, это да? Поплин. Поплин. Тоже угу. Неплохо. Так, это на обзор. Ой, платье как у меня. Хорошее платье, но, мам. Я вот не хочу вылазить и пишу, да как бабуся, а мне нравится. Ну, в общем, девочкам буду делать. Комфортно. Да, девочкам буду делать обзорчик сегодня. Завтра, mm-hmm. наверное. Завтра. И, пожалуйста, закажи себе одеяло. Вот это шелковое за 3 с чем-то. Тебе понравилось, да? Очень. Обалденно, Юля. Закажи двухспальное или 2 полутораспальных себе. Mm-hmm. Вот. Закажи. И семейные комплекты тогда заказывай, чтобы 2 пододеяльника было. Под ним хорошее. Тепло. Под ним тепло. Mm-hmm. Это какое у тебя идет? 140 на 205 одеяло шелк. Ага, хорошо. Обалденно. В общем, закажи. И вот такое заказала. Тоже, да, понравилось? Это лесные травы. Я заказываю подышки. Подушки да, да, лесные да, да, травы. Да, я помню, да. И одеяло по лесные травы. У меня теперь запасик хороший. Вот. Вот, видишь? У меня и подушки есть, и одеяло mm-hmm. есть, бамбук. Здесь у меня комплекты постельного белья. Еще ой. Подушки. Вот, я за все богатая запаслась. Женщина. Я запаслась, да. И пожалела, что не купила в Окее еще один шкаф для сюда. Ну, может, скоро вернется. Мне этот шкаф надо было просто поставить сюда. Никакой телевизор сюда не надо. Поставить сюда еще один шкаф. А что комод? Может, комод вот сюда надо? Ну, в комод. Подушки, одеяло. Куда мне в комод? У меня там еще есть подушки и одеяло. Я уже теперь говорю Михалычу. Давай. Может, распашной низкий шкафчик? Он у тебя под телеком хорошо бы встал. Нет. Нет, ну, вот с такими делениями, чтобы дверки вот так открывались. В общем, короче, чемоданы, раз никуда сейчас не ездим, я хочу к Михалычу унести чемодан 1-2.
вот туда, в ту квартиру. Да, да, да. А сюда положить подушки и одеяло. Ну, правильно, конечно. Вот, потому что у меня там еще же есть одеяло. Я одеялами запаслась хорошо. Слушай, как мы жили тут втроем? У тебя у одной все забито битком. Я не знаю. Я прокольщица, потому что такая. Вот у меня еще. Вот еще. Раз одеяло, два одеяла. Плед. Еще одеяло. У меня одеял много. На всю жизнь. На всю жизнь. Вам хватит всем. Спасибо, мам. Шикарный вид из окна. Сегодня красиво, да? Это что такое? Что такое? Это что такое? Стелись какая-то. Нет. Это Алиса какую-то игрушку, наверное, таскала. Что-то опять. Твердое. Так, собирайте свои эти. Все, Алиса, папа приехал, пойдем. Ой, ветер какой. Леша сказал, не буду подниматься, потому что кошка. Ужасно ветер. Он потом мучается от аллергии. Вот именно на Масину шерсть. Лисюнь, Алиса, колечки забираем и пошли. Вот наша с Алисочкой комната была. Как бы Алиса была малышечка. Тыденька, мой зайчик. Ты мой хороший. Ху-ху-ху-ху. Хрю-хрю-хрю. Да, мой зайка. Да, мой хороший мальчик. Ты мой сладкий. Ты мой сладкий. Все, мордочка волосатая. Мой щечек. Вы посмотрите на эту мордашечку. У него такие щечки маленькие, мягонькие. Прям бархатные. И мой хороший мальчишка, мой маленький. Ой, подбородочек поджал. Ой-ой-ой-ой-ой. Мам, слышишь? Я его глажу, он так кряхтит. Ой, мой зятик. Мама, скажи, мама моя. Да, мама ходит, мама. А там уже негде лазить, ты ж все отдала. Мама говорит, что на балконе сегодня Алиса не лазила. А мы все уже забрали. Нет, конечно, вот здесь бы, вот этот. Вот здесь бы ты как раз могла и хранить все. Мама, собери эти игрушки и унеси в кладовку. Все. Все, что не надо, унеси в кладовку. И храни здесь свои одеяла. Я серьезно. Мой зайка. Я думала, убежит, а ему нравится, что я его глажу. Ой, батюшки. Что, так и не нашла ему невесту? Нет, мы не ищем. Зачем? Девочку. Зачем? Что, еще не хватало? Все девки стерилизованы. Ну, это вообще кошмар. Любишь мамочку сильно, да? Думаю, маму, мальчик, да. Ну, мяско хочет, Тедя, мяско хочет. Сегодня Михалыч ездил за мясом. Так получил вчера пенсию. Ага. Да, любимый. Подбухивает прям. Я вчера вечером уже карточку дай сюда, чтоб не бегал. Он не дал. Что-то машины сегодня ездили, делали там. Слёвы. Вот как сейчас молодежь. Раньше учили ремонтировать машины в дороге, не дай бог, что случилось, все учили. А сейчас ничего не умеют. Вообще не умеют, не учат. Ездить научили и ладно. И все. Ну-ка, что тебе баба Лена подарила, покажи. Ну покажи. Покажи, в лифте покажешь. Иди. Буфик. Нравится, давайте. Пока, мам, пока. Версачи. Нравится, да, тебе? Ребят, показываю вам приподъездную территорию. Очень красиво все оформлено, смотрите. Шикарные хвойники, хоста. И я тоже у себя хочу вот так замульчировать корой. Мне кажется, очень красиво получилось. И вот здесь тоже очень красивая лужаечка. Такая клумбочка. Пионы. Так, все, Лёша за нами приехал. Мы сейчас едем домой.